Трекинг в Калао проходит по красивым невысоким склонам гор, полностью засаженными соснами. Посадки сии перепали местным жителям от британских завоевателей, которые, как нам сказал наш замечательный спутник До, привезли их неизвестно откуда и рассадили по окрестным горам. Мне кажется, я знаю, откуда британцы привезли эти хвойники. Это древо Деодар, священный индийский кедр, растущий, например, в том же Кодаканале, но и в других местах Южной Индии. Священным его, возможно, считали потому, что из него можно выделить аналог кокаина. По 3-4-5 этническим деревням с обещанными лон-или-планет племенами мы рассчитали потратить 2 дня и заночевать в горах. Потратили в результате 1 день, пройдя около 22 километров, и посетили всего 3 деревни. Впрочем, остальные были точно такими же, так что тратить на них время было даже как-то обидно. Племена тоже оказались какими-то мифическими, как и прыгающие кошки, с той лишь разницей, что они не погибли от морозной зимы. Так это оказались обычные нищие бирманские деревни, какие мы впоследствии в разных местах видели десятками. То, с чего они тут живут, это так называемые чайные плантации. Выглядит несколько странно, но тем не менее. Кроме того, что крестьяне выращивают и продают чай, они промышляют и охотой. На мой вопрос, ну и на кого же они тут охотятся, то объяснил популярно, что в окрестных лесах полно кроликов и оленей. Но самым лакомым кусочком являются дикие кошки. Я не могла тогда сказать, что кошек есть нельзя, потому что они священные. И сказала, что их есть не стоит, потому что они хищники, то есть невкусные. А Дой говорит: «О, наши кошки очень вкусные. Они вегетарианцы, питаются только листьями и цветами. И очень вкусно пахнут. Вот и думай, что хочешь». В любом случае, живут они тут на подножном корме. Дома, считай, растут рядом. Их притянут бамбук, как в корзинке. Еда тоже бегает рядом. Чего еще нужно? В этом заключается одна из двух причин 30-летней терпимости бирманцев в правлении. В их примитивной жизни ничего не изменилось к худшему. Вторая причина – это традиционное буддийское смирение. Правда, в детской торговле и битве за подарки буддийское смирение как-то не наблюдалось. Отличная штучка. Я по недомыслию привезла слишком мало девичьих подарков. И, к сожалению, всего только одну куклу Барби, чем причинил девочкам, похоже, больше страданий, чем все правление хунты вместе взятое. Барби для местных детей оказалась даже большим чудом, чем 4-часовое электричество. За нее дрались девочки, мальчики, младенцы и даже монахи. Там другие дети рвутся за подарками, но их не пускают. Так они живут. So they have to pay back maybe 3 times for all. Идет обсуждение неудачного замужества старшей дочери. Потребности жильцов этого дома весьма простые. Мебели нет никакой, кроме открытого очага и алтаря. Все остальное отсутствует с ненадобностью.
Нас в качестве дорогих гостей. Хозяйка сразу начала угощать чаем, тем самым с чайных плантаций, которыми довольно живут вкусный. Деревья. Чай довольно вкусный, зелененький. Вкусный. Бобик авокадо. Вау. Это авокадо, между прочим, такого. Почти с ее голову. А голова у нее явно большая и умная. Вот мы дошли до самой высокой точки маршрута. Это вьюпоинт. В принципе, здесь можно и переночевать. Здесь существует примитивная гостиница. Держит ее один непальский гражданин. Замечательно тем, что он дважды пешком из Бирмы ходил в Непал. Очень хотел сгладить на родину посмотреть. А ни паспорта, ни визы, естественно, не было. Но знал, где блокпосты, обходил их. Тогда он подъезжал на автобус. Вот так два раза туда и обратно пошел. Решил вести нас обратно дорогой через джунгли и сам заблудился. Спрашиваем дорогу у местных жителей. У мужика с рогаткой, который, между прочим, вышел на охоту подстрелить что-нибудь к ужину. Рогаточка. Эм, ты... Меня ум. Тебе его на нанчи или... Рис. Бирманские джунгли Сережа Приятель, который прожил в стране один год, обещал слонов, ягуаров и, разумеется, королевских кобр. Искали-искали мы этих несчастных кобр, замучили просто до вопросами. Но где тут ваши кобры и скорпион? И так ни одной не нашли. Таблетки растут от зубной боли вот этой.